Здравствуй, моя дорогая жена Маруся, дочь Лизонька и мама. Простите, что я плохо пишу. Пишу на коленях, на клочке бумаги. Спешу сообщить, что я жив. Скоро вступаем в бой. Может быть, это письмо будет и последним, мои дорогие. Дорогая жена, смотри дочь и досмотри мою мать. Если от меня больше весточки не получишь, то знай, что я отдал свою жизнь честно за вас и за свою любимую родину. Будьте счастливы, ваш муж и отец. Маруся, еще прошу, смотри дочь, целую вас всех. И вам.